Испанией 28-летний Адам Риппон, ученик Рафаэла Арутюняна, который в Америке после того, как вышел в финал, сказал, что если уж в моем возрасте не получать удовольствие от катания, то зачем тогда вообще выходить на лед? Я думаю, вы уже обратили внимание, да, что вот сейчас более информативной стала визуальная графическая система отображения очков, которые набирает фигурист. Вот видите, вот 8,5 – это базовая стоимость тройного акселя, который только что исполнил Адам Риппон. А 1,29 – это так называемый ГОЭ – это сколько ему надбавили судьи, сколько плюсов он получил в среднем, естественно, да, от 1 до 3 плюсов ставят арбитры. Вот 1,29 у него плюсов бонусных баллов за тройной аксель. И вот плюс 1, видите, у него в среднем получилось за вращение, которое только что он исполнил. А вот сейчас… Ох ты, ох ты, ох ты. Чуть-чуть его повело, но додержал. 6,6. Так, базовая стоимость Луца у нас с вами 6 баллов. Но поскольку уже во второй половине программы сделано, 10% сумма базовая увеличивается, 6,6. А вот видите, из-за ошибки по нулям стоит. То есть по базовой стоимости прошел этот Луц из-за вот этого неидеального выезда. Сделал бы чисто выезд, и, может быть, больше бы энергетики было бы в этом прыжке, то там было бы где-то плюс 1,5, возможно. Ну, а дальше ниже строчка 35-24, то есть как меняется сумма Адама Риппона. А 44-30 – это результат лидера на данный момент. Им является Джейсон Браун, который катался перед Адамом. Ну, что, справился, конечно, он чище Джейсона Брауна со своей короткой программой. Если у того была потеря баллов на каскаде, то, ну да, здесь у Адама Риппона была просто потеря вот этих бонусных баллов на тройном луце. Ведь казалось бы, да?